Павел Владимирович, ты человек опытный, и не дай бог ты плывешь по течению. Если мы идем на какую-то реформу, мы должны видеть цель и делать это не ради реформы, а ради какого-то эффекта. Ну, конечно же, главный эффект – снижение затрат. Бобруйск, Агромаш. Ну, если у вас получится, я буду только рад. Спасибо. И надо взять на контроль и поддерживать. Сельхозмашиностроение – это наше лицо, поэтому хотелось бы, чтобы действительно получилась у нее работа. Не надо распыляться, правильно, надо искать, она обмолвилась, новую продукцию. Но я, прежде всего, эту продукцию вижу, ее поиск в импортозамещении. Однозначно. Что тут думать много? Да. Мы теряем огромные деньги по импорту, у нас школы кое-какие есть. Я часто инструментально этот завод провожу. Да, да. Проезжаю на Гомсельмаш, они мне начинают, ну почему мы этот инструмент покупаем за такие деньги, у нас инструментальный свой завод. Так и здесь. Не надо закупать по импорту, тратить. Конечно. И импортозамещение – это одна из задач, которая нам даст хороший эффект стране.